Ну вот как мне сыграть? Ну у этого психа 0 пинг. Он просто понимает, что он здесь всех быстрее всех. 43 АДР. Вот, я же говорю, никому не нравится. Даже под пивасом, блядь, эта игра не нравится. Я думаю, под пивасы точно пи***ть не будут. Им вот точно нет смысла пи***ть на эту игру. А вы еще меня спрашиваете, блядь. Я амбассадор Counter-Strike. Я-то имею право пи***ть. А под пивасу пи***ть на эту игру. Он приходит получить удовольствие. Но он не получает удовольствие, потому что игра дерьмище, еб***ь, блядь. Зато у меня вот скинчик пи***то выглядит. Принять, ну короче, ну единственное, на что можно списать всю эту хуйню, это на то, что, ребят, это бета-тест, не расстраивайтесь. Ребят, это бета-тест. Ну вот за меня Света пулемет. Ну вот опять против меня фулстак абузеров, походу, я не знаю. Давайте Инферно сыграем, пожалуйста. 10-ю карту играю. Сколько осталось? Еще 4 выиграть. Но я выиграл 6, проиграл 5 примерно. У меня будет синий ранг, если не меньше. За меня играет человек с ником Fuck CS2. Никому не нравится CS2. Никому, ноль любителей Counter-Strike 2. Проведите опросы в интернете, блять. Кому нравится CS2? И обратно откатывайте обнову. Будем играть в CS GO, блять. Идите нахуй с этой обновой. Вот когда там Dota переходила, да, Reborn вся хуйня, вот это на второй сурс. Ну там вот. Вот там. Там. Понятно, кому-то не нравилось из-за того, что, ну, это типа что-то новенькое. Вот я тоже, может быть, мне из-за этого не нравится. Не знаю. Что-то новенькое, может, поэтому хуйня, да? Но, попрошу заметить, там был процент людей, которым понравилось обновление. Тут, сука, кому может понравиться, блядь? Только Сильверу, ебучему, который сидит с инвентарем, блядь, ценой во всей нашей жизни, и сидит кайфуется со скинами, блядь. Ему вообще похуй на игру. О, это я с Dragon Lorenz. Только трем людям не нравится CS2, дебил. А то, что у человека 0 пинг, ты считаешь это нормальным, блядь? Как я буду с ним соревноваться? У него 0 пинг, блядь. Нет, я не оставлю это. Что это за хуйня? А что это за хуйня? Начала 0 пинг, блядь. Заебись. Это, походу, админ. Фейс... Ой, CS2. Посмотрите на его ноги. Посмотрите на его ноги, когда он двигается по этой хуйне. Вот по этому выступу, блядь, вот этому вот. Вверх-вниз. Ну, по нему невозможно попасть. Потому что наш попал, это прикол, блядь, вообще. Я реально расстроен. Вот я реально расстроен. Бинт на смену рук, мой любимый, убрали. Клэбоба, блядь, нету. И, при абузеры в пати имеются, блядь. Пинг 0 у человека имеется, нахуй. Нерег. Я ждал CS2 только для того, чтобы... Только для того, чтобы мне перестало не регать. И чтобы не регало все пули, нахуй. Но нет, блядь, мне не регает еще больше пули. Шор. Ну, тут я уже в тильте. Я не могу уже ничего сделать. Мне нужно прицел поменять, я считаю. Вы знаете, что мы сделали? А мы сделали анимированный, сука, профиль. Прямо в игре. Спасибо, блядь. Была норм, игра серьезная, стала дешевая, казуальная хуйня. Ну вот я про это и говорю, то что вайп убили Counter-Strike глобального наступления. Заходишь в CS GO, сразу видно, шутер для реальных мужиков, суровых, таких, которые приходят на работы, ебут водку, блядь, с просто мясом, и все, их не ебет вообще. Ходят, ставят ебанки на мид. А сейчас это, блядь, это стендофф для... Короче, подготовительная версия к CS GO. Инста-хедшот. Чемпионы мира, ебать. Не регает нихуя. Ну, мимо стрелял вроде. Шорт. Я реально разочарован. Вот я, как и настоящий любитель Counter-Strike'а, ну как любитель, я ненавижу эту игру и одновременно люблю, обожаю, но, блядь. Ну ты вот идиот. Ну вот посмотрите на этого тупого индюка, блядь. Чел на шорту инфа есть, он даже шорт не смотрит. И прыг-скок устраивает такой. Сука, чемпион мира. Чемпион мира, царь зверей за нас играет. Но я БТВ убил типа с 0 пингом. Ладно, не убил, он мне дал один хит из-за этого. Бля, какой же здесь хуёвый спрей, блядь. Не я говно, клянусь. Не я говно, игра говно. Даже ориентиры убрали, чтоб смог дать. В голову. Ну, я не попал сейчас. Почему он не блайнд? А, флешка здесь взорвалась. Не докинулась. Наоборот, спрей улучшили, ты ебучий анскилл. Алло, стендофф юзер. Get the fuck out from my... Бля, ну как... Ты хочешь сказать, это улучшили спрей?
Сука, я смотрю на начальный раунд, блять, у меня глаза ослепнут сейчас нахуй. Я уже в блайнде, блять. Дружок, хочешь залутать $30 бесплатно? У меня есть чем тебя удивить. На CSGO Run завезли кучу халявы. Для этого переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получай халявный бонус. Поднимай скины на лучшем сайте и обменивай выигрыш на любой понравившийся скин. Жду тебя в гости на CSGO Run. Проебали. Куда мне идти нахуй? О, кстати, ранги повысились. Шансы на красный ранг появляются. Как же флешка по-уебански летит, блять. Бля, тут же ванвей не работает. Блять, ванвей это тоже охуительная механика, фишка Counter-Strike глобального наступления. Здесь теперь какие-то недо ванвей. Угу, блять. Теперь не то, чтобы даже не до ванвея, теперь, ну, руины ебаная сплошная, блядь. Просто бы сделали, чтобы ванвеи у каждого одинаково отображались, а не как хуйня ебаная какая-то, блядь, и все. Ну вот как мне сыграть? Ну у этого психа 0 пинг. Он просто понимает, что он здесь пизже всех, быстрее всех. Он просто берет ПП Бизон и бьет мне ебало, блядь. Бля, я не знаю, кол сплит Б, я один на меду. А ничего же дальше, на меду всех убью, блядь, со всем, что у них есть, блядь. Бля, может только регает у типов, у которых пинг 0, нахуй. У меня вот просто пинг 50, блядь. Я сижу, балдею, я чувствую себя казахом. Так у меня игра лагает, нахуй. Так у меня игра лагает, блядь. Хотя, может, это просто соло экспириенс, просто я... Соло экспириенс, блядь, у меня уже крыша едет, когда я соло фейст ебашу. А тут я еще решил... соло поебашить новую игру CS 2, где мне все не нравится, блять. Че пизди? Я нажимаю кнопку, у меня не стреляет тип. Алло, у меня не стреляет тип. У меня пинг выше, чем у этого человека в 50 раз, сука. В 50 раз. И это только 50. Прикиньте, у людей, которых по 100, это вообще разрыв ебасоса, блять. Похуй на эту залупу. Я просто хочу получить ранг, увидеть синюю хуйню на ебальничке своем, и все. Я зачинюсь. А пофиксили эту хуйню? Конечно, пофиксили. Все, сука, фишки просто удалили нахуй. Бля, эти... Ну, они реально все пофиксили. Я так разочаровался. Блядь. Бля, они думают, что это баги? Или для чего они это убрали? Это, сука, фишки, блядь. Фишка. Это вау. Это пиздец, разъеб. Это удивить. Почему они... Блядь, я играю... Я мистер фишка. Я мистер авантюра, блядь. Я через фишки играю нахуй. Только их и использую. Почему вы, сука, все мое удалили, блядь? Чтоб я вообще дышать не мог нахуй в этой игре или что? Не, реально, зачем удалять все фишки нахуй? Все фэнглы, блядь. Это же в этом играю прекрасно, блядь. Ты куда идешь, пуфик, блядь? Бля, ебаные задроты, дайте подышать, блядь. Ну, против меня люди реально потеют, сука, фуллстаком. А я играю один, блядь, с Светланой пулемет и пуфик, блядь. Плуфик, нахуй, 1.11. И у меня еще пинг, блядь, больше, чем у всех 20 раз, нахуй. Жёг новый долбоёб, все твои фишки баги. Так получается, эта игра была пиздатой только из-за багов, блядь. Стоит задуматься. И назад зайти уже просто не могу. Просто не дает зайти. У меня так же было вчера, я хуй знает. У меня два аккаунта в бане на неделю. У чела 2 пинг, пишет ГГ Изи. Сука, блядь, 2 пинг! Да, блядь, у меня будет 2 пинг. Я такое нахуй натворю в этой игре, блядь. Я, сука, в каждой игре, в каждом раунде хайлайт буду делать. Ебаная мразь 2 пингом, блядь. Надеюсь, мы сейчас разъебем их нахуй. Но я проходил на 50%, потом я комп поменял, блядь, и у меня сбросилось все нахуй. Бля, ну если у меня в игре консоль улетела за игру... Неужели это не намек на то, что, ребят, вы опять проебались и просто решили выпустить сырую, супер сырую даже бету, блядь. Но, опять же, я мусор только потому, что игра говно ебаная. Чё? Я убрал... Я не понимаю, блядь. Я не понимаю. У меня, походу, просто, ну, у меня майндсет поймать тайминг, сосать хуй на рандоме, блядь. Я не понимаю, блядь, ну почему такая хуйня каждый день? Каждый день в каждой игре, блядь. Я вчера в Valorant играл то же самое, нахуй. Тайминги, хуяйминги, блядь, все просто, все невезения мне в ебальник летят. Я смотрю, у меня челы дерутся здесь.
Я понимаю, что сейчас Ковров хочет ему помочь. Смотрю его 3 секунды, типа нету. Я понимаю, что ему похуй. А ему не похуй, он, сука, просто медленное чмо, блядь. Блядь, я уже заебался, я уже я не могу, нахуй. Мид. Трамп. Тетрис. Флэш Тетрис. Из Guy from Palace. Вон, ну что за, блядь? Что за говно, нахуй? Блять, ну я пикаю эту хуйню, его нету. Отхожу за стенку, он выходит. Блять, ну это невозможно, нахуй уже, блять. Просто ебаное говно, а не игра, блять. Ну в этом уже игра не виновата, это уже просто тайминг ебучий, блять. Ну я не могу, нахуй, почему? Почему я играю в игру говна? Мне еще и не везет в ней, блять, как я не знаю кому, нахуй. Ну это пиздец же, блять. Я притягиваю неудачу, нахуй. Я как это название поставил, мне ни разу в жизни не везло почти, блять. Ну тут я уже не попал, тут я признаю. Когда я виноват, я признаю, нахуй. Но... А в чем я виноват? В том, что нас забалансило меня одного против фуллстака задротов, блядь. Который пишет ГГ Изи. Бля, я... Такое хуёвое чувство, когда ты видишь въебистого долбоёба, и ты ничего с этим сделать не можешь, потому что он сидит в фуллстаке, блядь. А я сижу один-одиношенька, блядь. Я никак не выиграю это. 50... А, система 100, наушники 52. Отлично, 6 побед, 6 поражений. Ну это что? Это, блядь, заложник соло фейс-то, блядь. Соло в Counter-Strike не выиграть. Не выиграть, кем бы ты ни был, нахуй. Хоть ты Александр Симпл, хоть ты, блядь, Матье Балзаеву, блядь. Хоть ты, нахуй, Илья Моноси. Всем похуй, кто ты. Ты в соло никогда не выиграешь, блядь. А я заложник этого. Я с менталити соло-воина не могу просто играть в пати, нахуй, нормально.